Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. И вот такие вот у меня баночки. Вчера сделала видеообзор на покупки с фикс-прайса. И купила вот баночки. Вчера все перемыла, все наклейки вот поснимала. Смотрите, тут даже сняла, тут было очень трудно снять со всех сторон. Вот, все перемыла, за ночь у меня все высохло. Вот. Смотрится так красиво. Там гречка на заднем плане. Вот. Ее скоро мы будем с вами, кстати, тестировать. Смотреть, какая она там внутри, что, как. Непонятно мне, почему она стоит 25 рублей. Видимо, бренд еще неизвестный, я так думаю. Надеюсь, что там настоящая гречка. А то, кстати, бывает, если гречка дешевая. Сейчас я только начинаю вспоминать, то можно отравиться. Потому что туда добавляют не настоящую гречку, а какие-то зерна другого растения, какого-то непонятного. Не знаю, что даже интересно стало. Где у нас состав? Так, это Казахстан. Так. Так, а вот тут, наверное. Вот тут. Ладно, потом я найду состав. Что-то не могу найти его. Смотрю. Ну, в любом случае мы ее вскроем. Она должна выглядеть так же, как, в принципе, тут на картинке. Потому что те другие зерна, они немножечко по-другому, по-моему, выглядят. Вот. Ну, я думаю, это просто неизвестный бренд какой-нибудь. И в скором времени появится не только гречка. Я думаю, к лету уже появится и... другие, хотел сказать, растения, нет, кашки. Вот, еще у меня такая вот баночка. Вот. Кстати, она без крышечки, очень так хорошо смотрится, как ваза, кстати, на вазу похоже. Если бы вот не вот эта штучка еще. Ну, ее, кстати, можно отлепить, наверное. А вы сейчас, наверное, спросите, что это такое у тебя лежит тут перед нами. Это я обменяла... старый свой пылесос на две нужные очень мне вещи. То есть сейчас я избавляюсь от лишнего всякого хлама, которым мы не пользуемся, который я не пользуюсь больше года. То есть я считаю это хламом. То есть, ну, вот вещь лежит, лежит, не нужна. Пылесос мне не нужен, мне проще помыть полы. И все, и чисто. А пылесос, вот, ну, вроде бы, да, пылесосишь, но все равно полы протереть проще. И потом ковров у нас нету дома, поэтому он больше не нужен нам. А лежит он уже больше года, лежал просто так. Вот, и так получилось, что люди, у них, то есть, есть две ненужные вещи, такой же хлам. И мы просто поменялись пылесос на вот это вот. Это у нас веб-камера. Мне была нужна вторая веб-камера на всякий пожарный. Вот, ну, на всякий случай нужна, не знаю, я хочу ее подключить в ближайшее время. Также на нее будет отдельный обзор, в скором времени он выйдет. Вот здесь 16 мегапикселей у нее. В принципе, вот эта вот фирма довольно известная. Вот, я надеюсь, что она рабочая. Ну, даже если она не рабочая, вот этот вот... вторая вещь, она стоит гораздо подороже. Ну, конечно, дешевле старого пылесоса. Ну, хотя нет, такой же цены, как старый пылесос, наверное, она стоит. Вот. Это очень хорошая вещь. Вот. Что я хотела сказать еще. Так, давайте еще тут посмотрим. Я очень довольна своим обменом таким. Вот. Хотя бы старые вещи потихонечку уходят, это радует. Хотя они уходят, конечно, очень долго они уходят. Люди не все хотят забирать, не всем они тоже нужны. Вот. Так вот. Так, и посмотрим вторую вещь. Вторая вещь у нас термометр лазерный. Вот, ну, есть инструкция, но она полностью на английском. Ее я буду переводить и делать на русском. В принципе, в интернете она есть переведена, но там что-то как-то все не так совсем. Вот, термометр. Им, короче, можно измерять абсолютно все. Можно измерять температуру ребенку. Я мерила. Очень, кстати, удобно. Очень удобно.
Вот, то есть ребенок у меня, например, градусник категорически боится именно вот ртутный, такой тоже. У нас прям до истерик доходило, а у него температура, мне нужно знать сколько, вызывать скорую, не вызывать скорую. Вот, и очень сложно. И электрический этот градусник тоже, он, ну, требует времени. Все равно там хоть и минуту, но все равно до истерик доходит. Вот, а здесь даже ребенок порой сообразить не успевает, в чем проблема, с чем-то тут мама подошла. Вот. Вот он такой. Вот, что-то потертый. Сказали новый. Не знаю уж там. По крайней мере, работает. Тут все прорезиненное. Вот. На него, наверное, тоже сделаю я отдельный обзор. Вот у него есть такой лазер. 26. Ну, там надо определенная дистанция, чтобы была. Как-то так. Не знаю, сегодня вот я мерила ребенку температуру. Она показала где-то, ну, он показывает где-то 35, точка там с чем-то еще. Вот, ну, как-то так. На такие вот две вещи очень ими горжусь, они мне очень нужны, очень рады. Знаете, когда отдаешь там хлам свой, я сейчас его раздаю за вкусняшки всякие. Вот. Ну, если есть у людей какие-то вот такие вот предметы, да, я готова тоже обменять на предметы, но не на одежду. Одежду у меня своей битком, и бэушную одежду носить я не хочу, не люблю, особенно все эти секонд-хенды там и все такое. Это не мое. За кем-то там донашивать одежду, нет. Какую-то там всю истертую, там, не знаю, нет, не мое это. Вот, а вот на такие вот, в принципе, вещи, это вещь, она нужна. Ее, в принципе, что помыла, это обтер, и все, она, считай, дальше будет пользоваться. Вот. В принципе, я хотела изначально этот пылесос продать. А когда я узнала о такой вещи, я думаю, блин, проще мне продать и купить. Но потом девушка предложила, говорит, вы же хотели камеру, вроде веб-камеру. Может быть, вы возьмете сразу обе. Вот, говорит, а то у вас пылесос большой, говорит, а как-то один вот этот, он маленький по размеру. Вот, я подумала, что если даже продал за 1500 пылесос, думаю, только вот это выйдет 1500, а это будет стоить отдельно. Вот, ну, решила, думаю, а что, думаю, давайте поменяемся, господи, меньше проблем. Вот, вот такие вот, я хотела вам еще рассказать свои маленькие новости. Не трогай там. Да ты какой радостный. Сразу радость, да? Поняла, грустный был. Да. Ой, ты как он улыбается. Да как он улыбается. Кашку увидел. У нас сегодня солнышко, на улице тепло. Пойдем сегодня гулять. Да. Да, Димочка? Мы завтракаем. А я себе сделала салат. А муж вчера приехал с отрадного, отбивные привез. Одну оставлю Диме. Салат сделала. От салата такой же все. Отложила Диме, наверное, там вечером. Вот. Заправила сырным соусом. Добавила, кстати, добавила чесночную приправу, которую сделали вместе с вами. Отдельный ролик на нее где-то. В принципе, она, вот он, маленький порошочек. Еще вот сверху посыпала. И внутри там, и потом еще сверху. Вот. А еще у меня мороженое сегодня. Вот. Димик сегодня, кстати, год и 8. Дима уже повзрослел. Да, Димочка, уже большой стал. Да. Вчера обсиклился, в штанишках бегал. Сам подбежал, взял тряпочку и все, вытер. Да? Ой-ой-ой, сейчас упадет от тебя. О, ай, ай, неужели поместится? О, вот это да, вот это у тебя рот. С виду такой маленький, как у папы прям. А помещается много. Ну ладно, я тоже буду кушать, а то Дима сейчас меня уже начинает обгонять. Увидимся с вами попозже. Да-да-да-да-да. Такие ложки. Конечно, будешь обгонять маму. Мне еще надо переживать, а ты...
Непонятно, жуешь или нет. Офигеть, вот это ложище у тебя. Ну, ты даешь, Димуль. Дима, гуляй. Где гуляешь, а? Ой, ой, какое солнце. Ой, ой, не нравится, не нравится. Ой. Оп, нет солнца. Не нравится. У нас уже снег пропадает наконец-то. Женя пошел на почту оплачивать коммунальные услуги всякие. Вот мы платим на почте. Через почту. У нас сегодня солнечно. Чем-то заниматься. Помнишь ее? Ты, наверное, не помнишь ее. Идем мы сегодня за детским питанием. У Димы закончилась смесь, вот, которую покупали мы даже в прошлом году. Нам ее хватило месяца на 4, на 5 даже. Вот, теперь мы идем покупать четверку. Вот. Будем ее, наверное, пить на ночь и в экстренных ситуациях, когда после прогулки пришли или перед прогулкой. Ой, какие там бантики. Дима. Дима. Ой. Ай, опять солнышко. Опять солнышко. Ты прям какой задумчивый. Что-то все выходят, а Женьки нет никак. Все, выкидывай ее. Выбрасывай. О, правильно, молодец. Не нужна она нам такая, да? Ты какой умный стал. Вот ты какой умный. Так, ну вот мы и дома. Такие наши покупки. Еще вон там памперсы. Вот они. Так, ну начну, наверное, с самого главного. Зачем мы ходили? Ну, не только, конечно, за памперсами ходили, но и лампочки. Лампочки, значит, сколько я за них заплатила? 4 лампочки. Заплатила я 4 рубля за них. Вы не ослышались. 4 рубля. Вот их чеки. Вот итог. За 2 лампочки 2 рубля. И еще 2 лампочки 2 рубля. Вот он. Итог. 2 рубля. Здесь итог 2 рубля. Оплачено. Это вот на лампочке у меня. Чеки мы не выбрасываем, потому что гарантия целый год. Лампочки абсолютно новые. Каким таким образом я сумела купить одну лампочку за 1 рубль? Кому интересно, пишите в комментариях, и в следующем влоге я расскажу все. Вот, в принципе, я уже где-то это рассказывала, может быть, уже кто-то и слышал. Вот, лампочки все новые. Это я купила для своей люстры. Вот вперед. А вот эту, наверное, в туалет. Там цоколь побольше. Вот, также детское питание. Так, оно у нас стоило, мы уже четверку берем, 156 рублей 73 копейки за 300 грамм. Вот здесь вот написано уже 8 порций, уже четверочку. Вот, также у меня здесь краска для волос. Вот, я планирую краситься снова.
Вот, планирую в конце апреля, ну, не знаю, как получится. Я ею уже красилась, но поскольку не хватило краски, у меня получилось так, что у меня волосы полностью не прокрашенные. Вот, и хочу вот снова, я купила 5 штучек, 4 штучки, это, наверное, вот сразу, а одно останется, докрашивать буду. Так, сейчас она сфокусирует. Короче, 32-й Мокко. Вот, мне очень нравится эта краска. Буду темненькая. Так, поехали сюда. Здесь, значит, Диме я купила кефирчики. Сейчас по цене скажу. Кефир 21, ну, 22 рубля одна штука. 22 рубля вот такие вот. Вот. Так, грейпфрукт, поскольку я пока еще на диете. Так, стоимость вот одного 36, а нет, по стоимости по карте 34, а если без карты, то 36. Ну, в ленте такая есть, и, кстати, сейчас сделали, в Перекрестке тоже есть. В Перекрестке, кстати, я брала такой же грейпфрукт, у меня вышел на полтинник. Вот, здесь всего 34 рубля. Вот, хотя я думаю, ну, не знаю, может, побольше чуть-чуть он был. Так, также вот я в ленте... Появилась акция на шоколадке. Я купила свои любимые. Очень люблю Альпен Гольд капучино. Очень вообще. Особенно, когда они, знаете, летом в жару полежат. И такие они мягенькие, такие вообще классные. И купила белый шоколад Альпен Гольд. Не помню, я, по-моему, ее ела. По-моему, она мне очень понравилась. Вот тоже, когда она не холодная. Вот, также что-то мне захотелось сырок. Вот. Такой вот с какао, он стоил 10 рублей. То есть, по-моему, господи, подороже. Кстати, вот лентовский с кокосом. Не знаю, почему мне захотелось с кокосом вот сырок. Вообще, обычно сырки не покупаю, но вот сейчас посмотрим, сколько он стоил. Вот, еще была вода минеральная, ее Женька уже выпил. Так, вот кефир, грейпфрукт, шоколадка. Они по 50. Так. А вот сырок 10 рублей. И сырок 27 рублей. И подгузники 500 рублей. Вот этот был 27, этот 10. Вот. И также взяла журналы на досуге. Посмотреть их. Вот. Такие вот. А, тут еще один. Такой же. Вот такие вот у нас были сегодня покупки. Прям, знаете, как будто с этим, с размахом. Тут 5, тут 4, тут 4, тут 2, тут уже 3, 2, 1. Только вот один грейпфрукт в одиночестве. И бутылка воды была в одиночестве. А, еще памперс у нас в одиночестве. Вот. Ну, в принципе, все на сегодня. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Напишите в комментариях, хочется ли вам узнать, каким образом я покупаю такие лампочки. Вот. Это с большим цоколем. Вот у нас все. И мама также покупает лампочки. У нее вообще набирает она. У нее уже, по-моему, этих лампочек целый мешок. Вот. Ну ладно, всем пока-пока. Спасибо за просмотр.